Привет, друзья, ставим лайк и поехали! Целых 3 поколения хирургов из одной семьи работают в Челябинском кардиоцентре, и на их общем счету 80 лет стажа. Старшему из семейства Виктору Ивановичу 82 года, и он находится в стороне, наставляя. Ведь за плечами полвека практики, но сам за скальпель уже не берется. Самому младшему Алексею всего 28, и стаж у него пока 1,5 года, за которые он успел провести 3 операции. Пока что он находится под крылом отца Игоря Викторовича, который занимает должность заведующего хирургическим отделением номер 4 Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии. Но случается и такое, что в операционной появляется все семейство. Виктор Иванович в свое время был одним из первых детских кардиохирургов страны. Но в то время было запрещено проводить операции на детях младше 3 лет. Но его сын уже спас малыша 5 часов от роду с врожденным пороком сердца. У поколения моего отца тогда были другие возможности, точнее их не было. Вообще у каждого поколения свои сложности. В советское время хирурги и вообще люди в белых халатах – это уважаемые люди, почти боги. Но при этом им все приходилось открывать самим, не на что было опираться. В мое время, в 80-е и 90-е, врачей уже называли врачишками. Никто не хотел идти работать в больнице. Остро стояла нехватка оборудования, лекарств. Мы даже некоторые инструменты сами делали. Сейчас другие вызовы времени. У нас есть любые инструменты, любое оборудование, любая информация. Мы можем связаться с Берлином, с Америкой, с кем угодно. Но и требования другие. По любому поводу могут в тюрьму посадить. Что потом у Лёшки будет, даже не знаю, говорит Игорь Викторович. Самый старший из семейства убежден, что его сын уже превзошел его. С этим согласен и Алексей, который хотел бы превзойти своего отца. Но он также подметил, что с отцом тяжело работать в операционной. Он требовательный и не всегда понятно, чего хочет. Однако это всего-то рабочие моменты. У них есть одно негласное семейное правило. Работа отдельно, семья отдельно. Коллеги же семейной династии поговаривают, что есть у них характерные гладышевские черты. Это вдумчивость, рассудительность и немногословие. Такие специалисты могли работать где угодно, в том числе и за границей, на куда более выгодных условиях. И все же они считают, что их миссия – лечить сердца у нас, здесь, говорят коллеги. А каким семейным делом занимаетесь вы? Поделитесь с нами в комментариях. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт «Остроумно». Странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.